Мы протестировали большой кроссовер Volkswagen Teramon в комплектации эксклюзив с 2-литровым турбомотором. Без учета опций такая машина стоит 3 579 тысяч рублей, а вариант с 6-цилиндровым двигателем обойдется на 200 тысяч рублей дороже. Подробный обзор этой модели и рассказ о ее практичности можно посмотреть в роликах, ссылки на которые есть в описании. А здесь мы поговорим об интерьере и оснащении кроссовера. В каждой детали интерьера Teramont невооруженным глазом видно, что этот кроссовер делали в первую очередь для американского рынка. Архитектура простенькая, мягкий пластик можно встретить только в верхней части центральной консоли. В дверных картах и перед пассажиром есть пластиковые вставки под дерево, и выглядят они именно как пластиковые вставки под дерево, а не натуральная древесина. Но при этом у Teramont эталонная эргономика, впрочем, как и у почти любой машины Volkswagen. Кнопки и крутилки располагаются логично и удобно, пиктограммы и надписи на них понятны. На все версии Volkswagen Teramont в России ставят мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном, навигацией и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. Вокруг тачскрина располагаются сенсорные клавиши с основными функциями, но для регулировки громкости и настройки радио, к счастью, остались физические крутилки. Интерфейс простой, понятный и хорошо знакомый по другим моделям Volkswagen. У экрана есть датчик приближения, благодаря которому некоторые иконки увеличиваются, когда подносишь к дисплею руку. Навигация знает расположение ближайших ресторанов и заправок, а функционал мультимедийной системы позволяет сделать их промежуточной точкой маршрута. На дисплей также можно вывести данные об автомобиле, например, расход топлива. Умных консьерж-сервисов и встроенной Википедии, как у мультимедии к премиальных автомобилей, у Teramont'а нет, но и доступного функционала достаточно для большинства повседневных задач. Базовый кроссовер стоит 2 799 тысяч рублей, но у него уже будут 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, третий ряд сидений, датчики давления в шинах, трехзонный климат-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, система выборов режимов движения, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, а также аудиосистема с 6 динамиками. На самую дорогую комплектацию Teramont'а с завода ставят 20-дюймовые колеса, панорамную крышу, сиденье с обивкой натуральной кожей, вентиляцию передних кресел, фоновую подсветку интерьера, электропривод складывания боковых зеркал, автоматический дальний свет, подогрев передних сидений и кресел второго ряда. Подробный обзор этого автомобиля и рассказ о его практичности можно посмотреть, кликнув на ссылки на экране. Не забывайте подписываться на наш канал и включать уведомления, чтобы не пропускать новые видео.